Со свежим ремонтом и современным оборудованием в Новый год вошла Люберецкая стоматологическая поликлиника. Теперь она может принять больше пациентов, а их пребывание в медучреждении стало комфортным. Модернизацию клиники оценил глава округа Владимир Ружицкий. Я просто волнуюсь. Немножко боюсь врачей. Да, у тебя все хорошо. Успокоят, обезболят, да еще и вылечат на современном оборудовании. Первыми обновления стоматологической поликлиники почувствовали самые маленькие пациенты. Детское отделение открылось здесь 1 июня. Оно пришлось по душе многим люберчанам. Олег Тушев вместе с дочерью Златой приехали к специалистам из Томилина. Хорошая клиника. Дети, когда ждут в пределе, есть чем заняться. Пока ждешь, время пролетает быстро, хорошо. Злата не боится. Мультики показывают, уютно здесь, хорошо. Есть где присесть. Ну, хорошая клиника, хорошая. Обновилось в клинике почти все. Полностью оборудование и мебель. Отремонтированы все кабинеты. Осталось закончить холл на первом этаже. Во время работ удалось оптимизировать помещение. Прием маломобильных людей для удобства перенесли вниз. Кроме того, теперь стоматологическая поликлиника принимает больше пациентов. В день до 110 человек. Были административные кабинеты, которые расформировали, где-то сделали определенные перепланировки, тем самым увеличили количество стоматологических кресел. Сейчас у нас в данный момент порядка 30 докторов, и сейчас, ну, в любом случае увеличиваем штат. В канун Нового года арсенал клиники дополнился 13 стоматологическими установками немецкой сборки и челюстно-лицевым компьютерным томографом. Теперь, не выезжая из Люберец, можно вылечить все возможные зубные недуги, как входящие в ОМС, так и платно. Вот по статистике, этот год проходит не менее 33 тысяч посещений, и это очень важно, потому что, к сожалению, человек так устроен, что время от времени начинает болеть. Желательно, чтобы рядышком где-то можно было получить услугу, оказать эту услугу медицинскую. Здесь можно получить помощь медицинскую, стоматологическую, не выезжая из города, что очень важно. Модернизация Люберецкой стоматологической поликлиники началась 2 года назад с ремонта кровли. Полностью закончить все работы в учреждении планируют летом 2021 года. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ,